За последние два года Ангелина Пламенова посетила более 70 музыкальных конкурсов и фестивалей российского и европейского уровня. Девочка уже добилась больших высот в музыке. В августе на конкурсе во Франции юная пианистка завоевала диплом лауреата второй степени. В сентябре Ангелина стала лауреатом первой степени в Москве. А в этом месяце стали известны результаты конкурса в Финляндии. Ангелина стала победителем в номинации фортепиано «Соло». Мне хочется стать популярной очень. Мне хочется, чтобы меня знали во всей школе, но не только. В общем, добиваюсь всего, пытаюсь. Учу Баха трехголосную инвенцию си минор, Моцарта сонату до мажор, Жаворонка времена года Чайковского. И русскую пляску. В последнее время многие музыкальные конкурсы проходят дистанционно. Видеоисполнение – это огромный труд, тем более на таких серьезных и больших конкурсах. Приходится нелегко как самому исполнителю, так и преподавателю. Сказывается и волнение, и присутствие камеры. Но талант Ангелины превосходит все трудности. Конечно, это упорный труд. И педагога, и ученицы прежде всего, и не только, а также и ее родителей, и даже здесь и бабушка с дедушкой участвуют. Только в таком тандеме можно добиться хороших результатов, когда все направлено на то, чтобы ребенок любил музыку, занимался как следует, тогда возможны победы. Сейчас Ангелина Пламенова готовится к следующему большому музыкальному конкурсу, который пройдет в нашем городе. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.